Привет, мои хорошие! Как ваши дела? Как ваше настроение? Погодите, я тут доставаю наш чудо-порошок. Вы, наверное, догадались, что я тут варить собралась грибной супчик, точнее пюре. Вот у нас тут все варится. Я еще добавила зеленушечки, сушеные морковки добавила. Сушеные зеленушки, сушеные морковки, помидорки сушеные. Посолила, и все это дело у меня варится. Теперь открываем наш контейнер. Ай! Берем ложечку. Берем наши чудо-грибочки. И сыпем сюда. Ложечка, две, три. Как думаете, хватит? Ну, четыре. Думаю, что теперь хватит. Делаем побольше огонек и даем всему этому делу закипеть. Я думаю, что столько ложечек вполне достаточно. А вы как думаете? Все. Закипело. Кипит, девочки. Я в балоневых штанах хожу, как гуляла с Мартюшей. Так и хожу в балоневых штанах, потому что надеюсь, что мне сегодня придет посылка с Москвы, и мне придется ехать. Сейчас подожду еще маленько. Если сегодня уже не придет, значит, штаны сниму. Ой, как запахло уже грибами. Какая прелесть. Все, уменьшаю на маленький огонь, и пускай оно все томится. Дальше. Ну, а я пока буду пить кофе. Время уже 3 часа дня. Я решила попить кофейку, потому что что-то у меня сильно сегодня болит голова. Эти мои причиндалы тут лежат, замачиваются. Кстати, вот это вот, вот здесь лежало, как она... Ну, для сушки посуды. Многие писали, что она у них плесневает, еще там что-то. Не знаю, у меня прекрасно все, она высыхала, не плесневала, все с ней нормально. Единственное, почему-то появились какие-то пятнышки на ней. Ну, наверное, ее надо иногда стирать, потому что... Вот, поэтому я решила ее не стирать в машинке, а вот полотенчика, кухонную тряпочку... Кухонное полотенечко и кухонную тряпочку просто вот так замочила. Пускай лежит, пока вода не остынет, пусть лежит там. А я сейчас попью кофейка, общаюсь тут с девочками по нужным делам. Вот. Ну, с подружками. Пьем кофе. Всем приятного кофе питья. Чё, девчулечки, мои красотулечки, будем блендерить? Чик. Блин, какая же классная штука. Кстати, вот эти мои штучки, это они чистые такие. Это у них цвет хаки. Как вам было громко? Да Плюшина тарелка упала. Она тут сохнет. И шмякнулась. Так. Блин, я опять взяла одну
Сейчас, погодите. Сначала, я думаю, надо толкушечкой пожмякать. Ой! Не очень тут я все удобно разобрала для себя. Ну ничего, все доступно. Так. Можно сразу блендером, но я и так боюсь обжечься. Поэтому я сначала толкушечкой, метушечкой потолку, потом проблендерю, потом поставлю опять вариться. И вот уже вижу, что мне кажется не густо. Может, потому что я еще не по блендера ла-ла-ра-ла. Все татары, кроме я. Так, сейчас вам будет очень шумно. Все, девочки. Даже очень нормально густенько получилось. Все классненько. Все суперски. Снимаем. Отправляем мыться. А это ставим опять на газульку. Включаем побольше огонек. Добавляем еще чуть-чуть водички. И вот такой супчик, пюрешка у нас грибной получился. Сейчас он еще погустей станет. Но улетает он у нас прямо на ура. С удовольствием все его кушают. Вот такой красотун получился. А там уж кто с чем кушает, кто со сметанкой, кто с майонезиком. Я люблю со сметанкой. Очень вкусненько. Сейчас закипит. И сделаю маленький огонечек, чтобы просто томилось. Можно уже даже попробовать на соль. Закипает. Потому что почему-то грибные супчики всегда очень много просят соли. Вы это заметили? И не видно ни помидорок, ни морковок, ничего. Да, соль еще надо. Солечку еще надо. Думаю, что теперь хватит. Главное помешивать, чтобы ничего не пригорало, пока закипит. А сейчас я сделаю совсем маленький-маленький огонь. И оно будет у меня еще минуточек 5-10 просто томиться после закипания. И все, девчата. Все легко и просто. Без всяких пережарок. Можно маслица, кстати, сливочного, подсолнечного добавить. Можно сливочного, кто какое любит. Я не буду ничего добавлять. А то поп слипнется.
Все у нас тут закипело. Уменьшаем огонь. Закрываем крышку. Даже можно переставить вот сюда. Сделать там совсем малюсенький огонек. И забыть выключить. Вот. И все сгорит успешно. Ну а мы с вами сейчас быстренько сполоснем всю нашу вот эту вот замоченную посуду. Так. Еще горячая, блин, Клинтон. Клинтон, блин. Ну, уже все чистое. Смотрите. Здесь что? Здесь что-то прилипло. Пускай еще помочится. Шоколадка, что ли? Значит, оставим. Ну, маленько все равно пожамкать можно. Оставим вот здесь, чтобы и это утонуло. А то она нифига не тонет. Так, полотенце им руки вытираю постоянно. Ой, девочки, еще очень горячая. Все. Здесь ржавые уже пятнышки от чего-то. Нержавейка ржавеет. Ну, а так чистая. Жирных пятен никаких нету. Мне нравится после этого средства все вещички такие. Цвет приобретают, как новый. Это я на вот эту штуку ложу, чтобы она не всплывала. Пусть еще полежит. Потом сполоснем. Еще горячее. Не хочу лазить тут в горячей воде. Девочки, я включила воду и... Все, короче. Жамкаю просто чисто символически. Тут нечего жамкать, тут все чистое. Все белоснежное. Никаких усилий, девочки. Я балдею от этого средства. У меня сейчас будет потоп. А, у меня потоп. Хорошо, первый этаж. Никого не затоплю. В этой корзинке у меня вот стоят эти все причиндалы. И она чистенькая стала. Ложим обратно, обратно. Так. Зачем я ее убрала? Пока все здесь полежит. Суп грибной выключаем. Он готов.
как у меня раковина работает. Слыхали? Смачно. Вот и все. Лепота, красота, тра-та-та, тра-та-та. Класс! И душа поет. А сердце плачет. Никто не плачет. Видали, какая у нас каша на улице? Видали? Сыро-присыро. О, чистое полотенчико делишит. Вот. Чё я у вас заморгала? Уже не моргаю, да? Хорошо. Красота, чистота идеальная. Я еще кофе так и не выпила. Вот так мы, женщины, пьем кофе. Утром наливаем, к вечеру выпиваем. Так. Чайник у меня закипел. Да? Ну-ка, по свисточку проверим, закипел или нет. Повесила эту штучку. Пусть маленечко подсохнет все-таки. Потом ее опять постелю туда и посмотрим, как она после стирки себя поведет. Нету больше таких, девочки. Где я его покупала? В Доброцене или в Светофоре? Не помню. Но не в Фикс Прайсе, это точно. Все. Суп сварили. Все у нас с вами замечательно. Плюша дрыхнет. Все у нас хорошо. Смотрите, какая красивая. Ну, звезда, скажите, пленительного счастья. Чуть-чуть вас побалую радостью своей. Ну и вот еще. Красотки. Ой. Мою красоточку.